Ребята, всем привет, с вами Хижина Музыкант, меня зовут Раиль Арсланов. Давно у нас не было гитарных выпусков чат-рулетки. Пообщаемся с людьми, попоем песни, классно проведем время. Перед началом влепите лайк, не забудьте подписаться на канал, а также на мой телеграм-канал, где вы сможете найти не вошедшие реакции с этого и других выпусков, плюс MP3-версии всех песен, которые я исполняю в этих чат-рулетках. И обязательно приходите на мои сольные концерты этой осенью. Список городов на экране. Добавили еще Ереван. Первый заграничный концерт. Можете поздравить в комментариях. А еще будет лучше, если придете. Будет классная атмосфера, живой бенд полноценный. Баян, гитара, авторские песни и всеми любимые хиты. Все ссылочки в описании. Погнали смотреть. Давай сам. Здорово. Привет, что делаете? Мы просто сидим. Я вижу только гитару. Вы играете? Ну, друг учится. Учится? Угу. Я 5 лет играю на гитаре. Серьезно? Да. Профессионально, типа, уж, да? Ну... Уже без рук вот так играешь. И она сама играет. Нет? Какая твоя любимая песня? На гитаре? «Северный ветер», «Маленький» и... Серьезно, ты любишь «Маленький»? Ну, в смысле, песню? Ну, «Дайте танк». Да, блин. А давай ее споем. Точнее, ты споешь. Нет. Почему нет? Я стесняюсь. Ты на каких аккордах играешь? FM, E, FM, E, BM, D. О, блин, так хорошо, когда гитариста встречаешь. А то тут неправильно. Можно? Пробуем. Я снова маленький, солнце яркое, мама опять сильнее всех в мире. Я снова боюсь собак и оставаться один в квартире. Это я не достаю до пол ногами, или пол до моих ног не достает. Те, кого я считал врагами, просто делают мёд, это я. Только дети трясут головами, не узнали меня, говорят, что не смогут помочь. Я стал сильнее, и теперь я не лягу к маме. Но чудовища не пришли, я прождал их целую ночь. Да? Да. Как вас зовут, кстати? Алена. Карина. Очень приятно, Карина, тоже приятно. Приятно. А какая песня у Карины тогда любимая? Да я меломан, у меня вообще разные направления музыки. Все, что угодно, все, что понравится, то у меня в плейлисте находится. От Анны Асти до Анны Асти, так и скажи. Ну да. Ребят, девчата уже давно играют на гитаре, не знаю, почему вы до сих пор не приступили к этому увлекательному и интересному делу. Предлагаю заняться этим прямо сейчас. Для этого нужно скачать приложение Тимбро на наш смартфон, который поможет сделать первые шаги. Здесь три раздела: уроки, отработка и песни. В первом разделе вы разучиваете аккорды, ноты, проходите теорию. Во втором разделе вы отрабатываете все, что прошли в первом разделе, и уже в третьем разделе вы можете разучивать полноценные, известные, популярные, красивые песни. Давайте приступим. Гитара — это ваш друг. Когда у вас плохое настроение, вы можете взять и поиграть какую-нибудь грустную песню в одного дома, или у вас, когда хорошее настроение, в кругу друзей, можете взять и спеть любимую песню. Короче, это универсальный инструмент, который не оставит равнодушным никого, поэтому учтите. Сложные мелодии делятся на несколько частей, и их можно вот таким образом по чуть-чуть разрабатывать и учить. Как видите, играть на гитаре не так уж и сложно, стоит лишь начать. Поэтому скачивайте приложение Тимбро на ваш смартфон в Google Play, в App Store. А если перейдете по ссылке в описании, еще получите 50% скидку на премиум аккаунт, где доступны все песни, уроки и упражнения без лимитов. Поэтому действуйте, не откладывайте и погнали дальше. Привет. Как дела? Я тебя знаю. Уверена? Да, уверена. Ты поешь, по-моему, или играешь на чем-то? На этом?
Да, 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 да. И... Я писала тебе много раз. А, прикольно. Да. А ты сама чем занимаешься? Я визажист. Сегодня много визажистов встречается, на самом деле. Да? Да. Да, даже. Я не встречала еще. Ну, тебе, наверное, парни попадаются. Да. А почему так, кстати говоря? Нет, ну девочки тоже попадаются, но очень редко. Ну, здесь их больше. Парней, мужиков. В поисках девушек сидят, наверное. По-любому, 100%, да. Им нужны визажисты, видишь, они в поиске, чтобы подправить брови. У них в основном монобровь, ну, сам понимаешь. Ну, понимаю, да. Ты тут чисто болтаешь или ты для ролика что-то там? Ну да, я периодически записываю, но сейчас у меня основной акцент на свои авторские песни. Вот, я же выпускаю авторские песни тоже, там, клипы записываю. Вот недавно вышла песня, называется «Так высоко». Маруся, включи «Так высоко». Как, кто поет? Как тебя зовут? Хижина музыкант. А? Хижина музыканта. Маруся, включи «Хижину музыканта». «Так высоко». «Так высоко». Ставлю звук на максимум, то есть на 10. Ну, хорошо слышно? Нравится такое? Прикольно, да. Тебя как зовут? Маруся. На паузу. Антонина меня зовут. Антонина, о, редкое имя. А тебя? Раиль? Ра... Иль, Раиль. Раиль. Да? Интересное имя. Татарское имя. Татарское? Татар! А, блин, все татары разные такие. Почему? У меня вот есть знакомые, один прям черный-черный, второй прям белый-белый, и ты такой. Да-да, но мне больше европейскую внешность приписывают, типа Испания или Италия частенько бывает. Да-да-да. Ну, уж точно не отгадаешь, что татарин. Ну, если только по разговору как-то, по акценту. Да, мне тоже. Кто что говорит, то грузинка, то армянка, то осетинка, то кабардинка, кто он просто. Все да. возможные варианты, но никто не попадает, потому что мало кто знает мою национальность. А ты в итоге? Я турецкого? В итоге... Да, я гагаузка. У меня тюркские корни, греческие и болгарские. Класс. А ты знаешь языки? Я турецкий. У меня сам язык гагаузский, он тюркоязычный. Вау. Ну ты знаешь, что татарский тоже тюркский да, язык. Да, тоже тюркский, да. И даже там некоторые слова совпадают. Да, 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 да. Это у меня знакомый разговаривает, я такая, ага. Мудришь, хитришь. Да, 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 я это флиртуешь. Понимаю. Да. Ну. Прикольно. Я сейчас, кстати, свой первый татарский трек делаю. У меня до этого всегда на русском языке выходили. Попробуй послушать. Называется «Яшлик. Молодость». Яшлик. А? Яшлык, а молодость, блин. Да. Да. У вас так же? Да, да, да. Күпмежер язылған, дәфтер битлеріне, Юреклер ұшаған, тәуғы махабетке, Бұл яшлык. Тонға қадар юріп, Урамнар ураған, Хияларға кушып, Юлдызлар санаған, Бұл яшлык. Yürekler yaşlıydı yürekler Yaşlığımdan bulduğumun artılım mehabetle Yaşlıydı yürekler yaşlıydı yürekler Yaşlığımdan bulduğumun artılım mehabetle Блин, вообще крутяк. Да такие турецкие мотивы. Ага. Прикольно. Так что как выйдет, слушай, добавляй к себе. А ты сядь себе. Сразу... Вспоминаются посиделки у костра, да? Да, точно. В лагере каком-нибудь. А тебе сколько? Мне 19. О, тогда недавно было, да? Ну как недавно? Я последний раз в лагере была, наверное, лет 11. Ой, ну, подожди, да. Тогда эта песня еще не вышла. Это 8 лет назад? Да. 14-й год? Да. Может быть, уже вышло. Скорее всего, в это время вышло. Но вы танцевали под что-то другое. Да, по-любому, там какая-то Жанна Фриске.
Танцуй, звезды и луна, а ты опять сидишь один, а ты все смотришь из окна. Да, ты круто поешь. Это я еще не старалась, да? Слушай, ну мы должны, обязаны просто попробовать тогда эту песню. Ее на гитаре, конечно же, мало кто исполняет, я думаю, ты и не видела, да? По-моему, нет. За окном шумит высокая трамва, и от радости кружится голова. Эта осень нас с ума сведет опять. Позади остались грозы и дожди. Не грусти, а просто в гости приходи. Мне тебе о многом нужно рассказать. Я скучаю по тебе, ла-ла-ла-ла-ла-ла-лай. Танцуют звезды и луна, а ты опять сидишь один, а ты все смотришь из окна. Давай пойдем с тобой туда, где нет ни снега, ни дождя, где мы останемся вдвоем, где будем только ты и я. Давай пойдем туда, давай пойдем сюда, давай пойдем вдвоем. Давай пойдем сюда, давай пойдем туда, пойдем со мной, камон. Жесть. Очень прикольно, да. Прикинь, это как слушается со стороны парня, да? Не, прикольно, классно, мне нравится. Кайф, кайф. А ты в кофейне, кстати, не работала? Работала, у меня опыт есть, да. Поэтому у меня тетя как раз просит выходить иногда. А, ты поэтому сегодня тут или так? Да. Сегодня поэтому я тут, да. Ты там бариста, что ли? Ну так, слегка. Чаёк могу сделать, скажи. Да, заварить. Заварить — это мои компетенции. На этом мои компетенции, да, всё. Сегодня все бесплатно. По концертам ходишь? Не была ни разу на концерте, но я очень хочу сходить. Ну, приходи на мой концерт, я тебе могу даже билет скинуть. 1 декабря только это будет. Ну, еще не так скоро. Где, в Москве? Да, в Москве. 1 декабря. А где будет? Easy Club называется. Ну давай, пока никто не пришел, напоследок тебе спою. Вот ту песню, которую ты там у Маруси включала. Давай. Вживую, получается. Помню времена, когда мы были на дне. Просыпаюсь утром, твоя блуза на мне. Солнце греет вены, я шагаю к мечте. Завтра улетаем в тур, это турне. Каждый миг, как последний, словно игры на дэнди. Зависаем в отеле, мы устроим фанк в постели. Мы парим по миру, так высоко, как по миру. Не слышу советы, мы далеко за планеты. Наш парус по ветру, туда, где жаркое лето. Мы снова, как дети, я залипаю в моменте. Браво, 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 белиссимо! Спасибо, вот эту песню тоже споем в Москве тогда. Класс. Учи! Учу уже! Да, да, да. Все тогда, тебе хорошего вечера. Все супер, тебе тоже хорошего вечера. Да, классно пообщались. Да, за ним. Да, давай, пока-пока. Все, давай. Привет. Привет. А что делаешь? Ничего, отдыхаю, а ты что делаешь? Да тоже вот, то репетирую, то отдыхаю по-разному. Ты откуда? С Питера. А ты? Я из Казани. А что, в Питере не ходишь по концертам? А по концертам? А к кому ходить? Ну, много ж там артистов выступают. Ну, блин. У тебя нет любимых? Не знаю те, кого я люблю. А кого ты любишь? Я бумерский рок люблю. Люблю... Блатняк люблю, возможно. Так вообще... Люблю то, на чем росла Игги Поп, Дэвид Боуи, Вильвет Андеграунд, ну сейчас просыпавшиеся. Ну, короче, половина в могиле или в другой стране. Вот. Грустно. Кому грустно. Ну, понятно. Была на концерте у Чижа, кстати, у Чигракова.
И как тебе? Понравилось, прикольно. Целых 3 раза было. Вау. Ты торопишься? Хочу тебе показать баян. Давай. Ну ты наверняка видала и думаешь, конечно, что на нем играют всякую... Я вообще от них далека, я вообще не умею, боюсь этого инструмента, не знаю. Ну он, да, непростой и громкий как бы. Типа для меня это такой чисто старинный инструмент, но может быть, я не знаю, как-то... Я не сталкивалась с стереотипной очень мыслью в плане... Я училась на скрипке, но я к ней не прикасалась, я поняла, что она мне не нравится. Начала осваивать фортепиано, гитару, бас-гитару. Вот на басухе мне нравится прям играть. Ну да, каждый ищет свое. На самом деле, не только у тебя, у большинства, наверное, баян ассоциируется с чем-то древним, деревенским. Да, почему-то вот. Да. Поэтому я люблю немножко рушить данный стереотип, частенько исполняя вот, добавляя битбокс, исполняя какие-то современные композиции. Ну окей, тогда давай еще одну напоследок. Вот эту, да? Вот пуля просвистела в грудь, попала мне. Спасусь теперь на лихом коне. Но шашкой у меня комиссар достал. Покачнулся я и с коня упал. Эй, ой, да конь мой вороной. Эй, да брёвен стальной. Эй, да густой туман. Эй, ой, да батька атаман. Да батька атаман. Оказывается, знаешь. Да, но на баяне. На гитаре даже, наверное, не пробовал. Ну да. Тут прикол в том, что есть и бас. Типа, по сути, и бас-гитарист не нужен в данном случае. Но он не такой глубокий, понятное дело, как на басу. Поэтому я, когда выступаю, тоже у нас есть музыканты, там басист, барабанщик. А ты в группе, да? Ну да, у нас есть коллектив. Прикольно. Ну да, и сольно тоже бывает. Вот такие дела, так что все, порушили твой стереотип по поводу баяна. Да даже в деревенской концепции баян звучит очень прикольно. Это такое, мне кажется, такая прям настоящая классика какая-то. Угу. О, привет! Это он, который песни поет? Чего? Песни? Жанна, я тебе клянусь, это он. Ты песню поёт? Мой. А, да. Нет, как сказать. Соня, медведь на ухо наступил. Да, это который песни поет. Ну, спой что-нибудь. В опале береза стояла. Это он. У меня обезьяна была. Хорошо, как тебя зовут? Раиль меня зовут, а вас? Меня Алина, ее Снежана, ее Соня. Очень приятно. А вы откуда? Из Красноярска, а ты? Из Казани. Чем занимаешься? По жизни? Ну да. Ну, по жизни так, стройкой. Свой бизнес, а так пью кофе. А увлечения какие? Ну, бывает там, знаешь... Песни пою. Не, через скакалку прыгаю. Нет, а вы? Гитара, идет прямой эфир на YouTube. Не, ой, вот этого точно нет. Какой прямой эфир? Это точно ты. Я клянусь. Я не понимаю, про что ты. Вообще, я тоже не понимаю. Ты о чем? Какой прямой эфир? Он поет песни, это 100%. Ну, блин, он не поет, он, значит, песни точно не поет. Это он поет. Ой. А это вообще агрессор нашей компании, ты ее не слушай. Если вы будете сидеть в рулетке, я иду домой. Понятно? Это она так сказала. Я сейчас пойду домой. Да? И сама затянулась. А, ты искала меня, ты искала меня. Нет, но если ты песенки споешь, я останусь. Давай, поехали. Я сказала. Я сказала. Чего ты сказал? Я не в эфире, если что. Я опять на районе потерял себя в одном из дворов. Ты опять мне трезвонишь, чтобы знать, что я жив и здоров. Среди тех пацанов, барыг и быков, машин, мусоров.
Я пообещал бросить дуть и пить, ведь я колю. Еще одной темной ночью каждый твой вдох и каждый твой выдох кричит об одном. Еще одним холодным утром руки без слов кричат об одном. Это любовь, кричат об одном. Это любовь. А ты просто так что-то ролик сидишь или в том видео выложишь, что там говорят «это он, это он»? Бывает, и просто так сижу, иногда и записываю. Ну, а короче, сейчас? Набиваю руку, а? А сейчас? Ну, узнайте потом. Спасибо. Какой ближайший город еще? Новосибирск, 1000 километров, 809, если быть точнее. Бывали, что ли, там? Да. Угу. Ну, далековато, да. Разочек я тоже был там, замерз. Ну, ладно, чем у тебя будет. Намного. Чего-чего? Похолоднее, чем Новосибирске будет, из-за кровавых шпарц. Я уже вижу. А, ну хорошо, что до вас не доехал, да? Надо доехать, да? Да, я приду на концерт, она тоже. Да. Все, уже три человека. Это уже ползал, я думаю, собирается. Да, мы в первых рядах, если что, запомните наши лица. Это вообще легко. Надо организовывать тогда, значит, все. Ребята, если хотите еще больше новых выпусков, дайте об этом знать в комментариях. Поставьте лайк, попробуем набрать 50 тысяч лайков и будем красавчиками. Не забудьте подписаться на канал, плюс на мой телеграм-канал, где найдете не вошедшие реакции, близкое общение со мной, анонсы, встречи, новости. И плюс MP3-шечки всех песен, которые я исполняю в чат-рулетках. Всем добра и позитива, увидимся, пока!